5 grand just to see you dance. Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцис. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд Пазы Лили, на котором понадобится одна C4 и 4-5 обычных топоров. Так, сишку я не взял. Надо ее взять отсюда, с почты. Вот так. Экс. Взрывать будем вот здесь. Тут находится 6 ящиков разноцветных. Ну и пару станков, которые можно будет сломать. Давайте его тоже сломаю. Но, по-моему, тут... Да, 5 деревяшек. У меня еще с собой было 5 обычных топоров и 1 железный. Как видите, осталась половина железного. То есть 5,5 топоров мне хватило. Так, давайте лутать. Изоленту я заберу. Плотную ткань тоже заберу. Это тоже заберу. Так, дальше. Это у меня украли. Это у меня украли. Икс, дальше. Интересно. Это я заберу. Здесь это можно забрать. Дальше. Тут пусто. Тут есть калаш, есть топорик и кирочку. Тоже забираем. Аптечку одну заберу, состакается. Семена тоже заберу. Дубовые бревна пусть будут. Так, аптечку состакать. А здесь М-ка, разрушитель, катана. Микросхема, 3 красных талона, еще 7 аптечек. Но мне так много не надо, мне вот так хватит. Боксит один я забирать не буду. Так, это у меня украли. И вот это. 3 микросхемы. 9 крепкого алкоголя, 20 вяленого мяса, 10 бутылок воды и 10 пива и 3 бутылки воды. Вот так. Это все, что у меня украли. Рейдеры. Топорик я еще заберу. Ну и кирка пускай будет. Мало ли, вдруг пригодится где-нибудь. Хавчик я брать не буду. Не так нормально. В общем-то, все. Весь лут перед вами. Ничего такого топового прям нету. Ну, пара огнестрела есть, уже хорошо. Давайте посмотрим в пикапе, если что-то пропустил. Но я что-то сомневаюсь. Да, ничего интересного тут нету. Ну, вот такой вот рейд. Решайте сами, стоит рвать фишка или не стоит. А на этом все. Пока-пока. До скорых встреч.